Лера Кудрявцева и Ольга Бузова поддерживают дружеские отношения. В январе Ольга рассталась с Давидом Манукяном. Певица позже утверждала, что блогер ей изменял и даже ее бил. Многие подозревают, что весь их роман был просто пиар-ходом для привлечения подписчиков и раскрутки Манукяна. Однако Кудрявцева заявляет, что не знает ни одного примера пиар-романа в российском шоу-бизнесе, а у Оли и Давы была настоящая любовь. Слышать это от женщины, которая несколько лет работала ширмой для Сергея Лазарева, по меньшей мере странно и смешно. Тем не менее, Кудрявцева утверждает, что сама лично видела, как Бузова дико страдала после разрыва с Манукяном и даже дала ей житейский совет. «Я видела Олю, которая дико страдала и переживала после разрыва. Она спрашивала: Лер, что делать? Почему у меня так происходит? Но я и дала ей совет. Я сказала: Оль, меньше светись», – рассказала телеведущая. «Макни своего парня в воду, если он всегда разбрасывает носки. Если он лайкает фотки других девушек. Если в душе он ребенок. Если он любит пить пиво. Если он много ест. Если он храпит. Если он не любит ходить по магазинам. Если вы часто ссоритесь.